За что его? Он знает за что. Начальству виднее. А Силантьев куда делся? Там бег недалече. У нас мало времени. Давайте-ка сразу к делу. Я знаю, что виновата в провале покушения. Должна была поставить вас в известность и ждать решения руководства. Погибли люди мои, товарищи. Я готова понести самое суровое наказание. Наказание — это самое простое. Да, вы поступили опрометчиво. Ваша инициатива получила полное одобрение. На самом верху принято решение ликвидировать так называемого гауляйтера Беларуси. Эту операцию поручат нам? Не знаю. Но, тем не менее, я вас поздравляю. Для вас все кончилось пока хорошо. Я потеряла двух ребят. Хороших, честных. Этого груза я с вашей совести снять не смогу. Вам как-то придется с этим жить. Значит так, связной вас найдет, когда понадобится. А если у вас будет что-то срочное, оставите записку на бывшем тракторном заводе. Все. У меня еще одно. И что? В Тростенце готовят массовое убийство заключенных. Угу. Ну и что? Надо попробовать предупредить людей. Думаю, даже напасть на лагерь. Скажите, зачем вы думаете о том, на что невозможно повлиять? От вас требуется только информация. Запомните это. Делайте то, что реально. Ну что, готовы? Все нормально. Да, командир, доставим как положено. Давай. Ну, держись. Трогай. Ловко вы его вычислили. Раскололи его ребята. На СД гад работал. Ну что, Мария? Не справится. Значит так. Всех наших в городе надо задействовать. Где живет, какая охрана? Когда, куда ездит, машина, оружие, даже что ест. А я вот о приказе из Москвы думаю. Может, объяснить им, что лучше убивать начальника полиции СС? Этот враженок Готенберг пострашнее Краубы будет. Лучше, лучше. Лучше пару составов под откос пустить. Так потратим силы, время. Людей наверняка положим своих. Ну, уберем одного. Пришлю другого. И ведь ответит немец. Ответит, жестоко ответит. Так может, объяснить? Кому? Ну, там, наверху, в ЦК, в штабе. Я приказов не обсуждаю.
Но если уж выбирать, то Архипова тут угадала. Убирать надо Крауба. Гутенберг своей жестокостью настраивает население против немцев. А вот Крауба делает друзей. Этим он и опасен. Да. У Крауба сторонников достаточно. Тут действовать осторожно надо. Я переговорю с командирами других отрядов. Может, у них какие мысли есть? Последний на сегодня. Следующий. Это невыносимо. Кто-нибудь из вас имеет опыт работы официанткой? Господин Янецкий спрашивает, кто из вас уже работал официанткой? Я работала официанткой. Я 4 года работала официанткой в столовой для офицеров при НКВД. Она говорит, что работала официанткой в столовой для офицеров НКВД. НКВД? Какая отчаянная дура. Она не боится об этом говорить? Ich habe keine Angst. Не боюсь. Ich war Kellnerin. Я была официанткой. Ich habe serviert. Я просто подавала еду. Знаете немецкий? Ich lerne. Я учу. Gut. Хорошо. Dann räumen Sie den Tisch ab. Bitte. Уберите все это. Играйте. Вот что значит настоящая выучка. Так точно, господин рейхсминистр. Согласен с вами. Организация белорусской национальной самообороны может иметь важное политическое значение. Да, так точно. Но мы не можем полагаться на эти силы в вопросах... Так точно. Понимаю. Сделаем все необходимое. Хайль Хитлер. Хайль Хитлер! Кажется, наш либерал слишком далеко зашел в своих философских мечтаниях. Will den Führer über unsere angebliche Hilflosigkeit. Краубе жалуются фюреру на нашу беспомощность в борьбе с партизанами. Und anstelle dessen die SS-Truppen. Он предлагает полностью подчинить войска СС партийным властям. Und wie hat der Reichsführer darauf reagiert? И как отреагировал рейхсминистр? Гиммлер полагает, что следовало бы отправить Краубе туда, где он уже бывал когда-то. В Дахау. Но уже не в должности ефрейтора. Его отстраняют. До этого далеко. Экономические успехи комиссариата неоспоримы. А для Берлина это главное. И пока это так, Краубе вряд ли что-то угрожает. Я правильно понимаю, что остаться здесь может либо он, либо мы? Трудно предсказать, чью сторону поддержит фюрер.
Eigenheiten sein. Вопрос, достаточно ли он информирован о политическом своего или своего соратника. Vielleicht ist es an der Zeit, ein paar nützliche Informationen über Краубе einzuholen. Нам следует подготовить информацию на Краубе. Sie sind scharfsinnig. Вы догадливы. Aber zunächst einmal müssen wir die Berliner darüber. Но сначала в Берлине должны понять, что здесь мы незаменимы. Краубе делает ставку на местные силы. Но его полицаи в состоянии лишь рубить ворам руки. А мы должны принести головы, поставленные Москвой. Из отряда Клеймана информации так и не было. Скорее всего, нашего агента там убрали. Убрали? Внедрите нового. Мы не можем прочесать все леса и болота. Ansagen brauche ich, ganz klare Ansagen. Точные сведения, вот что мне нужно от ваших агентов. Это все? Здесь результаты расследования покушения на господина Гауляйтера. Оставьте, я посмотрю. Seine Untertanen ihm nicht den Tod gegönnt. Он не был бы королем, если бы подданные не желали его смерти. Странное правило. Пешка ест короля и сама в него превращается. Франкфуртские шахматы. Это называется стать сказочной фигурой. Теперь у этой пешки свойство короля. И потому вы играете в одиночку? Никто не помнит таких правил? Нет. Я играю один, потому что хорошо знаю свои слабые стороны. Это позволяет мне быть лучшим противником. Как на ладони сидим. Они придут. Подождем еще, пожалуйста. Но темнеет рано. Нам бы до отряда успеть добраться. В лесу ночью, сами знаете как. Не на немцев, так на волков нарвемся. Здорово, дочушка. Ну как ты? Да, ничего. Живу. Хлеб жуешь, який пиропаде. Отсюда. Ехать надо. Ага. Уже на поздно, да? Ну ты ж ведешь, ты ж сказала ничего не брать с собой. Так я покулю склеп еще жнесла, покулю хатя прибрала, покулю до сетки сбегала. Тамарочка, сядай. Ты соседям что сказала? Ну что сказала? Сказала, что в Минск еду. До тебя детей везу. А вы когда шли, за вами никто не шел? Не, я глядела весь час, никто не шел. Слухай, добро, что ты не пришла тогда до дома, а то побегли б до старосты. Много доносчиков? А, есть. Так я сама виновата. Всем хвалилась, что у меня дочка прокурор. Вот теперь хожу озером. Мам, ты это, ты в отряде-то, ты не брехай глупостей, там меня все знают. Да чушка, куда ты меня везешь от дома? Куди? Тут моє все життя. Батька хату будував. Господарку піднімали, стільки сіл поклали. А тепер ще опатюшка. Мам, вам отряд буде безпечний, мені спокійно. Так ти дітей візьми, а я застануся, кому я тут треба. Ну, я візьму цих німців у хату, що хай не збирати. Мам, ти що говориш, та? А мне дядя Ним шоколаду давал. И Томке тоже. Я не взяла. А я съел. Все, давай, садимся. Ну, все, добро, все. Треба так треба. Юрка, сядь кем чай. Ты сядешь, а бы я. А что, отвесток от твоего нема? Потом. А, боже мой, боже. Что у вас есть по Краубе? Пока немного, охрана большая, не подступиться.
Правда, есть одно место, где он появляется. Что-то вроде дома офицеров по-нашему. Но угадать, когда именно, невозможно. Это все? Там работают много местных ребят, присматриваемся. Пока непонятно, кто нам может помочь. Вы должны использовать этих людей, а не ждать помощи от них. Скоро должен прилететь. Кстати, ваших тоже вывозим. Вы успели проститься? Нет еще. Товарищ Клеймин. Мария, чего стоите? Идите уже. Товарищи женщины, скоро будет самолет. Вот у меня на руках список улетающих. Самолет может взять только детей. Взрослых мы распределим по деревням к надежным людям. Да вы что, ты придумал? Тихо, Юлька, тихо. Я сказал по одному. Мы тоже полетим? Мам, когда ты заберешь нас отсюда? Сейчас по одному называйте свою фамилию и имя. Я так, куда, Шушка? Куда ж детей одних отправлять? Немоведомо куда. Товарищ Архипова, разберитесь здесь. Я сейчас, меня зовут. Вот, товарищ Архипова, она вам поможет. Вот список улетающих. Я пойду встречать. Понимаете, у меня ребенок грудной. Я не могу без него. Как же он без меня? Как же он без меня-то? Он пропадет. Мальчик, тебе сколько лет? Моему Авелю 15. Ну, разве ж он не дитё? Дитё же. Дитё, пусть летит. Ну, у вас парень большой-то, а тут мамаша с грудничком. Ой, он большой, если ему положено, ну пусть он летит. Мама, не надо. Я останусь. Пусть меня в партизаны возьмут. Ну, видите, какой у вас взрослый парень. Вы гордиться должны. Вот и что, маме горе хочешь. Иди, иди, Авель. Товарищи женщины, начинаем посадку детей. Идите все к самолету. Татушка, что ж ты робишь? Куда ты детей одних отправляешь? Мамочка, я с тобой хочу и с папой. Не одних их встретит. Там немцев нет. А ты пока поживешь где-нибудь. Что? Я где-нибудь? Я с продвеку николи чужого ковалка хлеба не взяла. А теперь я что? Буду жеброшкой стоять с протянутой рукой. Мамочка, Маруська, давай я домой пойду. А, Маруся. Я без тебя никуда не полечу. Вы же очень взрослые и смелые, правда? Мам, прекрати. Полетите со всеми, а мы с папой приедем к вам потом. Ты это правда говоришь? Вы приедете с папой потом? Конечно, правда. Давайте-ка быстрее. Бежали. Быстрее, быстрее, быстрее! Шановные! Только объединившися у одиную сям'ю, Беларусь може стать вольной. Тому працює на Германію. Ми працюємо на собі, на користь нашої вольної Білорусі. Чим мацніє німецька армія, тим мацніше ми. Першими ворогами, як і у новій Європі, з'являються жиди, але окремо видовочних ворогів у нас багато скритних, які усіми способами перешкоджають нашому національному життю. Мінськ повинен стати центром, центром власного білоруського життя під німецьким керівництвом. У новой Европе!
собираемся до места. Провожали, помните? Юрочку! Ой, господи, я вас и не признала, надо же! Извиняюсь. Как вы, как детки ваши, как мама? В деревне или вы их сюда забрали? Спасибо большое, все с ними хорошо. Там и проживают. А вы что ж теперь, на рынке, что ли? Да, беру в деревне, когда что, и продаю. Вы-то как? Не сладко вам под немцем? Совсем сдушили? Да, ничего. Я привыкла. Деньги платят. Работа, как говорится, мне известная. А, знаете, ну раз даже такое чувство бывает, как будто ничего не изменилось. Да. С языком вот только сложности были. А так ничего. Я смотрю, вот вам только не сладко приходится. Вы-то до войны женщина такая видная были. А хотите, я куплю вас что-нибудь? Хотите? Нет. Я все продала. Черт, эй ты, иди сюда. Принеси еще, только быстрее. Эй ты, давай быстрее. Галь, отнеси, пожалуйста, заказ к 7-му столику. Отлучиться мне надо. Галь. Эй ты, где тебя черти носят? Свинья, смотри, что ты наделала. Весь китель испачкала. Простите, господин офицер. Не прикасайся ко мне, пошла вон. Я теперь весь мокрый из-за этой дуры. Thank you.
меня уже дожидаюсь. Приехала. Погоди. Ну-ка, повернись. А Женька-то где? Пусть пока у бабки поживет, ему там раздолье. А, сбежала, значит, да? А чё мне? Я что, не человек? Сама тут по цирюльням шастаешь, а мне, знаешь, в деревне навоз месить? Я тебя туда не гнала. Решила обратно на завод вернусь. Может, еще куда? Это интересно, куда же? В моем-то платье. А тебе что, для родной сестры тряпок жалко? Ты тут совсем модисткой стала. Дай-ка мне помаду чутка. А? Помада. Помады. Сейчас. И духов. На. Не-не-не. Пудру не надо. Я от нее белесой становлюсь, как покойник. Валь, а ты куда собираешься? Гость ко мне зайти должен. Гость? Да. Может, сходишь куда? Ой, Валя, Валя. Ну чего? Могу ехать, пока малого нет, а? Да, конечно, схожу. Тем более, у меня выходной сегодня. А может, ты переночуешь где у друзей, а? Галь, ты такая стала. Ой. Отвлекаешь мужиков-то. Совести у тебя нет. Галь. Никуда не пойду, буду здесь рядом с тобой сидеть. Мужика буду твоего дожидаться. Галь. Галя. Господи, как же хорошо, что ты приехала. Красавица моя. Скажите, кто этот ужасный человек? Пугачев, господин офицер. Пугачев. Казаки подняли бунт, потому что им сбили бороды прямо в казармах. Пугачев возглавил их. Они собрались разбить нашу армию, захватить Оренбург и идти на Москву. Веди себя повежливее с молоденькими девушками. Уведите меня отсюда, господин офицер. С удовольствием. Но могу я спросить, куда? Да поклонись же мне. Ты остаешься, киска? Надолго? Пока один из нас не захочет стать свободным. Очень хорошо. Достаточно разумных соображений. Пора потерять голову. Нет. Ну что там еще произошло в России? Ваше Величество, канцлер должен обсудить с вами новый договор со Швецией. Если бы вы могли загадать желание, которое невозможно исполнить, что бы вы хотели? Крестьянских девушек целовать удобнее. Ты мне нравишься гораздо больше, чем твой наряд. А в наряде императрицы я тебя не устраиваю? С этим можно справиться. Помоги мне.
Господин Мюнхгаузен, с вашим рвением вы окажетесь там сегодня. Нам нужно поговорить, Галя. У меня очень мало времени, пока крутится бобина в проекторе. А есть кинопоказ. Останьтесь после сеанса. Просто задержитесь в кинотеатре. Я приду за вами. Куда теперь, принцесса? На край света? В Венецию. Галечка, я теперь Сергей. Сергей Порываев. Про Якова забудь. Проходи. Вот вы где теперь обитаете. Ну, пока здесь. Присядете? Я думала, вас убили. Почему? Тогда немцы так ночью стреляли. Вот я и решила. Значит, вы не спали? Давайте пальто. Прикинули, значит. Почему вы тогда не сказали мне, что вы уйдете? Надо было. Я, честно говоря, потом себя очень долго ругал за это. Очень много вам не сказал. Теперь скажете. Теперь боюсь, что вы уйдете. А если скажу что-нибудь, это все будет не то. Я ведь сегодня в зале там, когда вас увидел. Я почувствовал, как будто я в кино. Я тоже не сразу поверила, только когда голос услышала. Мне хорошо и просто с вами. Так только с вами. А вы, значит, здесь живете? Ну да. Здесь у меня все необходимое. Пока здесь. Здесь уютно, хорошо. Уютно у тебя было. Уютно и хорошо. А здесь просто удобно, потому что я здесь живу, здесь работаю. У меня коньяк есть.
Коньяк. И шоколад. Только вот стакан. Стакан где-то есть, но стакан-то один. И хорошо. Будем пить из одного. Только чур вы первый. Так же ты знаешь все мои мысли. Хоть так узнаю. Ты и так все сама знаешь. Начала. Не идешь, не идешь. Вот. Мы вот завтракать собрались. Будешь с нами? Доброго утра. Леонид Серпень. Вы, значит, сестра наша будете? Да. Вот. Это Галка моя. Это Леонид. Бригадир наш. Завод-то, говорят, совсем закрыть собираются. Mm. Вот. Кого в Тростенец отправили, кого угнали. А что ж вы не едите-то ничего? Сейчас. Ой, Галка. Вот, пожалуйста. Ты что не ешь? Не, вкусно, хорошо. Ну ладно, я пойду, наверное. Мне поспать надо. Мне завтра в ночную. Сегодня, господи. Здоровата, птичка. Ничего. Помешал я вам, да? Ты только не подумай, чего дурного-то. На работу надо возвращаться. Глядишь, всем легче будет. Я ничего не думала. А ты где была-то, а? Комиссара помнишь? Его теперь Сережа зовут. Он в нашем кинотеатре кино крутит. Вот козырь. Сладко пристроился. А по мне как бы не назывался, только добра тебе не будет от этого кино. Валь, иди к своему. Так спать хочу. Спи.
Господа желают еще коньяка или водки? Такие нежности шептал. Если Хельмут узнает. А что Хельмут? На след простыл. Сброю нацепил, торбу прихватил и в войско. Ой, туда им всему дорога. То сидят, жрут, жрут. Сколько в них влезает только. Так праздник же у них. Вот и гуляют. И я не хуже. Еще тоже на шелковых простынях посплю. Ты, зараза, как ты только все успеваешь, а? Ой, а ты что ж, сюда же идешь? Жить надо, Галка, а не ждать. Посланство, посвальство, посызден медир, воздейству, посманство. Versuch es mal mit mir. Man liebt sich, man küsst sich. Die Welt ist so schön. Man muss nur zu lieben verstehen. Man fordert от меня требует результата. Wir bringen doch Ergebnisse. Мы даем результат. Nach Ihrem letzten Bericht haben Sie 4000 бандитов. По вашему последнему отчету вы уничтожили 4000 бандитов. 350 гивен. Но где оружие? Только 350 винтовок. Боюсь, только это и были бандиты. А остальные? Какое это имеет значение? Здесь все бандиты. Не сегодня, так завтра ими станут. Это ресурсы, без которых нам не обойтись. Если вы будете продолжать в том же духе, то скоро нас ждет бунт по всему краю. А фюрер утверждает, что ни одна страна в истории не была создана в результате хозяйственной деятельности. Но высшей целью ставит сохранение народного начала. Работайте с евреями, в конце концов, но оставьте белорусов. Всегда хотел спросить, за что вы ненавидите евреев? Вы уничтожаете их, а меня обвиняете в ненависти? Это моя работа. У меня есть приказ. Приказ партии. Приказ фюрера. Желаете еще чего-нибудь? Коньяк. Коньяк. Видите эту официантку? Разве она ненавидит свои тарелки? Она их просто носит. А вы вкладываете в это личные отношения и говорите о моей ненависти? О, это наша достопримечательность. Я вам не рассказывал. При большевиках здесь был банкетный зал для генералов НКВД. И она подавала еду им. А теперь нам. Красивый знак нашей победы. Какая ирония? Нельзя делать работу без чувств. Нужно или любить, или ненавидеть. Без чувств нет души, а где нет души, нет Бога. Еще одна ирония. Я атеист. Люблю своих врагов. Они заставляют мой ум работать. Вы христианин, и их ненавидите. В этом и есть разница между нами. Я отдаю Германии душу, а вы лишь долг. Поэтому я здесь хозяин, а вы лишь пес. Сторожевой пес. Вы уже уходите, господин Гауляйтер? Дела. Сидите. Будь
будешь делать то, что я сказал. Ты поняла, свинья? Куда ты? Померзнешь вся. Оденься. Да нет, ничего. Эй, красавица, иди к нам, погрейся. У нас тоже ничего бывает. Слышь, он наверх пошел. Ты не бойся, он проспится, ничего помнить не будет. Ты прикройся, прикройся. Что? Нравится? На-ка себя выкуси! Вали давай! Я пойду. А то они меня кинутся сейчас искать, ладно?